Я давно не заходила к Лене Миро, и вот я решила просто пройтись по фотографиям. Это, как вы поняли, не знаю, поняли или нет, это 1 января сразу про... Как вы думаете, кто? Ой, Ивлеева. О, без макияжа, без фильтров. Вот такая вот на фотографии. Это кто такая, не знаю. Дальше, а это Бузова. Вот, это Бузова. Следующая статья, почему Ольга Орлова не верит в Деда Мороза. А это, ой, это удачно вышла замуж. Макеева Малькова, королева квантовой психологии. Дальше что? Next day. Day. Next day. Следующий день. А, вот это про Амара, как его, Курбана Амарова. Это бывший муж Ксении Бородиной. Осталось только родить. Вот, а Ксения Бородина ворчала. Следующий про кого? Какая-то Меган не отстает. Далее, ну, это опять Бородина на своем антикварном бревне из дома 2. Дальше что здесь? Next day. Next day, посмотрим, что тут next day. Следующий. Ага, опять Гарри. Это Гарри. Это, наверное, британская королевская семья. Это неинтересно. Так, разъехались. Это Кристина Асмус. Так, поехали дальше. Про кого тут? А, ну это выбор Нади. Это ирония судьбы или легким паром. Так, дальше посмотрим, что... О, что там дальше-то, next day, про кого? Это она пишет про бывшую жену Павла Прилучного, Агата Муципуциевна. О, Муципуциевна, такое название, а тут... Сказано, почему не женат Георгий, то бишь Гоша, то бишь, как еще, Георгий. Поехали дальше. Это опять какие-то Уильям Бонд, тоже заграничные. Не знаю, кто такие, мне машина нравится. Цвет машины просто исключительный. Next day. Посмотрим, что там дальше, next day. Так, жаркая женщина и прекрасная мать. Это про кого? В Дубае она. И про кого это? Кто такая? Не знаю. Кристина Асмус опять. Ну и фиг бы с ней. И опять королевская семья британская. Так, а это не служебный роман. А это в жестоком... Романсе. Жених для Ларисы. Это слева. Это, догадались, наверное, Никита Михалков. А справа это Мягков, который играет в служебном романе. Поехали дальше. Дальше поехали. Next day. Так, что там next day? Так, о чем там она пишет? А, это вот. Хорошая девчонка досталась... Амарову. Это Курбан Амаров, который муж бывший Бородиной. Да, дальше. Ай, тут вот жениха выгулила на Мальдивах. Палачкова всех выгуливает на Мальдивах. Вот она выгулила Деда Мороза на Мальдивах.
А это кто такая? Так, это Ирина Шейк. Поехали Next Day, что там дальше в следующем дне. Про кого она там опять, этот королевский британский? А, жених. Голенька Бузова прямо из-за стола поделилась аудитории огромной радостью. Вслед за Волочковой объявила, что в этом году собиралась замуж. Посмотрим. Тут говорится, а почему разоралась Собчак. А фиг ее знает, почему она разоралась. Дальше поехали. Next Day. О чем тут говорится в следующем дне? Прозрел, но не совсем. Это про Гарри Харламова. Ну, ладно, Гарик Харламов. Про кого? Опять это британская... И опять это британские королевские отпрыски. Так, это у нас... Зачем Боня прет? Боня вообще, да, расперла ее лицо. Это опять королевская семья. Так, это кто такие? Не угонь, не угодишь на вас. Мисс Вселенная Харнаас Сандру, 2021 год. Ну и ладно. Побыла немного королевой, потом начала набирать вес. Ну, праздники закончились. О, взлетная полоса. А там снег, пурга, короче говоря. Дальше посмотрим, это кто. Нужно протереть глаза. Это Долина. Она говорит, что нужно протереть глаза. У вас глаза затуманенные. Дальше что? Опять это какая-то дамочка, это, видать, Меган, да. Не знаю откуда, наверное, королевская какая-то семья Британии. Так, и это кто такая? Ой, молится, что ли, мадам? Так, мадам Карпович, вот, молится. Красная шапочка в красном... Как говорится, платье с передничком. Это кто такая? Это Мороз. Это Мороз. Это бывшая жена как его? Да. Мужа Собчак. Дальше что? Это опять королевская чета. Рыжий какой-то, весь конопатый. Вот. Поехали дальше. Это кто такие? А, это те, которые... Толстый жиган. Вот, которые постоянно 10 лет прожили и опять свадьбу играли. Да. А это у нас Волочкова. Любительница шпагатов. Дальше посмотрим. Опять это королевская... Отпрыски королевской семьи. Неинтересно, не знаю. Мне это неинтересно. О, а эта королева квантовой психологии женила на себе вот этого Ромку, которая... А это Гарри, королевская семья. Так, это кто? О, это у нас... это девушка Тимати. Девушка Тимати. Так, поехали дальше. О ком она писала? Это кто так? А, это Ксюндель. Вот, это Ксюндель, да. Ксюндель. Это Гузеевна. Так, ну и... А это вот Гарри. Опять королевская семья. Так, Next Day. Что-то она заладила про эту королевскую семью. Нафиг они сдались. Так, «Черный день» Аллы Пугачевой. Я уже снимала ролик у нее. Вот этот парик на бекрень скрутился. Волосы лохматые, непричесанные, как пакля. Вид
кошмарные. А Чурикова, да, она ушла совсем недавно, но сияет счастьем, прям аж такое обаяние. Глаза просто светятся, обаятельная. Ой, а это какая вот, ну и губы сделала, и лицо надула. Это кто такая, не знаю и знать не хочу. Next day. И берут же таких вот в модели. Это кто такая, не знаю. Вот еще одна вот такая девица, не знаю кто и знать не хочу. Ну, это Варун, да, с Агутиным, который... А тут семейная пара, муж Чуриковой. Какая пара красивая была. Она прямо от счастья светилась. Дальше посмотрим. О, это, вот, это Волочкова после отдыха на Мальдивах. Разозлилась, видать, удрал Дед Мороз. Вот, удрал Дед Мороз, и она разозлилась. Да, это я тоже снимала ролик про это. Куда-то смотрит вдаль пустым взглядом. Волосы кошмарный вид, макияж тоже. Вид ужасный. Так, это про что? Почему не гонит? Кого она должна гнать-то? Это кто? Как ее? Слава, что ли? Или как? Как ее? Ну, неважно, певица. Так, да, Слава. Поехали next day. Следующий что? Так, тут сказано «такой милый». Это про кого сказано? А, Дженнифер Лопес и ее мужчина, бойфренд. Так, это кто такая? Доказала Агата Муципуциевна. Муципуциевна. Так, тут кто такие? О, три красавицы. Три красавицы. Кто такие? Не знаю ничего там, как говорится, не вижу. Дальше не хочу даже комментировать. Ну, красавицы. Не сдувайтесь, сказано. Ага. Это мяч, а он сдулся. Тут видно, говорит, что не сдувайтесь, о морщинах. Возводит стену. Кто же это? Шакира. Ага, Шакира. А этот толстяк. О, этот толстяк, даже не хочу говорить о нем. Толстый отъел лицо себе. Так. Тут сказано про какие-то тряпки. Тряпка, соберись. Это, видать, про бренды какие-то. О, а тут... А вот Бузова переживет. Ну, она, конечно, пережила и Пушкина. Да, Пушкина она пережила. А это кто? О, и это Волочкова, как она наворачивает. После того, как говорится, день рождения она же недавно справила. А, и вот это вот тоже. Вот это тоже справляла день рождения Бузова. Одной 37, другой 47. Короче говоря, разница 10 лет, а уровень развития одинаковый. Так, это кто такая? Ой, это Брановская. Так, она бывшая жена Аршавина, футболиста, да? Ну и ладно. А, вот, а тут, вот оно, а тут поздравляют Волочкову. Волочкову поздравляют, что-то ей подарили, какую-то фотографию, портрет, не поймешь. Эх, кто такие? Так, почему не плачет Жерарка? Ну, мне это не интересно, кто такой Жерарка, тоже не знаю. Поехали дальше. Про кого она опять пишет? А, разведутся. Кто это? Анна Сидюкова. Не знаю, кто такая, и знать не хочу. Так, а это Ульям в ужасе. Это, наверное, тоже из королевской семьи. Ну и ладно. А тут что?
тут говорится о том, что один Константин не один. Ага, вот очень интересно. Накрыты красиво столы, тут и шампанское, и вино, где-то, наверное, и водка. Так, они отмечают какой-то, наверное, Новый год или что. Вот как они. Ксении Собчак тут нет. Ну и ладно. А что ей делать в этом обществе? Тут одни артисты. Так, кто это такой? Ну, это опять отпрыск королевской британской семьи. Ой, а это кто такая? Ой, ну это же с Дома 2. Ксюндель. А на лице видно вот эти, как это, фильтры. Так, тут говорится, что больше не коллеги. Она с Бузовой не коллега. И с днем рождения поздравлять не собиралась. А это кто такая? Мудрая Нюра. Так, давно не хвалила Анну Семенович, но тут пришла пора, буду хвалить. Вот тут смейтесь только сразу за житейскую мудрость. Так, больше нет. Ну, прочитаем, о чем тут. Мне бы не хотелось, конечно же, знать об изменах моего мужчины. Ни в коем случае, даже если он это делает, это ранит, а затем меня... А зачем меня ранить? И так далее, и так далее. Так, ну, дальше и неинтересно. И дальше в конце Лена Миро спрашивает, а вы что скажете, знать или не знать, чтобы выбрали для себя? Мне, например, пофиг на то, что они выбрали, и пофиг о том, что они не выбрали. Вот. Так что вот так закончим вот на этой пышной, красивой, интересной Анне Семенович. Вот. Симпатичная дамочка. Вот на ней и закончим. Лена Миро на пасашок нам показала Анну Семенович. Тут сразу видно, нет ни фильтров, нет ничего. Вот такая пышненькая Анна Семенович. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчетный счет.